Ребята, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности, и сегодня новый сет. Да, ребят, да, я опять здесь. Прошлый челлендж у меня, конечно, выпал. Я там расстроился, потому что не выполнил его. Ну и настроение у меня было тяжелое. Ну такое бывает. Такое бывает. Ребята, я себе сбросил зачарование. Сбросил, наконец-то. Ой, мне будет больно. Больно. Почему? Да потому что я улучшил себе вещи. Я зачарование сбросил. Я себе сбросил кузнеца. На 96 уровне, ой, я буду получать люлей. И сейчас, как говорится, самое мощное стало простым. Ну, сейчас вы меня поймете. Ну что ж, скрытность у меня нужно докачивать. За лучника, ребят, я еще буду играть. За мага я еще буду играть, так что все будет круто. Да! Мне еще много квестов, много мелких квестов. И одноручное оружие, блин, если я не сбросил, на результате я по одной перке прокачал. Ну, как вы поняли, у меня сегодня будет рубака. Так, и щит блокирования себе оставил. И, по-моему, нет, я себе только замедление. Хотя, честно говоря, наверное, я все-таки себе кину. Потому что я, наверное, буду часто умирать. Тяжелая броня. Я себе докачал, ребят, левую ветку, как мне и советовали. И теперь надета тяжелая броня, ничего не весит и не замедляет наши движения. Будем скакать, как зайчик. Кузнечное дело сброшено. Сброшено. Но зато легенда, зато стала легендарным. Вот значочек. Значочек, ребят. И, как говорится, я хочу все сбросить, и у меня должно быть все легенда. Все легенда восстановления. Сейчас очень важный момент. Мне нужно будет слетать в коллегию. Напомните мне. Хорошо? Так, и, в принципе, что я вам хотел показать. И, конечно же, легкая броня. Я пропустил, как всегда пропустил. А вот зачарование сброшено, ребят. Сброшено, если я только прокачал, по-моему, на 2 пункта 60%. Будем все заново качать. Да. И новая броня. Барабанная дробь. Да, друзья. Это драконья. Я напоследок все-таки сделал себе сет драконьей и сбросил. Ну, чарил я уже без бафов, то есть, у меня не имбовое зачарование, улучшение тоже не имбовое, но мы улучшим. Боже, вы посмотрите, какой он тяжелый, жесткий, крутой, обалденный, легендарный, ребят. Как же легендарно я буду получать люлей теперь, как же легендарно. Давайте покажу, как я ее зачарил и сколько всего. Ну что ж, одежда, класс брони 687, чтобы вы понимали. Зачарование у меня качественное, не легендарное, качественное. Доспех 128. Заклинание восстановления расходует на 13 меньше магии, не буду пользоваться. Вы блокируете на 18% больше урона, неплохо. Перчатки атаки одноручным оружием на 18, атаки одноручным на 22, немножечко к одноручному. И увеличение здоровья на 34, класс брони 263, ребят. Ну, конечно же, вот эти вот колечки я себе оставил, потому что атаки одноручным 58, это с прошлых сетов. Просто думаю, их убирать, это будет, ай, как больно. Ну, и, в принципе, все, ребят. Вот такой вот давакин. Господи, это жесткая броня, жесткая, крутая, косточки. Я также обратил внимание, глаз дракона, смотрите сбоку. Вау. В пределе тебе понадобится добрая лошадь, и у нас они есть. О, да. А, стойте, я же вам хотел показать оружие, я себе зачаровал на паралич. Да, друзья, да, вот такой вот простой паралич. Вы только посмотрите на топорик. Вау. Можно и той стороной бить.
Ладненько, друзья, спасибо, что напомнили. Мы отправляемся, конечно, отправляемся к коллегию Винтерхолда. Сейчас 100% прилетит дракон. Вот, смотрите. По-любому сейчас будет тут дракон. Да. Воу. Чуть не упал. Летит уже на... Вот, видите, красненький. Ну, пускай летает. Мне сейчас нужно куда? Мне нужно в зал поддержки, по-моему, да? Да, по-моему, в зал поддержки. Мы сейчас поднимаемся на второй этаж. Второй. Да. Боже, какой он рогатый. Стойте. Или я что-то... Я постоянно с зал поддержки, с залом... Ты мне куда-то отправишь камушек, нет? Нет. Постоянно я думал, что с ним связана еще какая-то тайна, дополнительная тайна, которая еще не разгадана. Ну, я, скорее всего, ошибаюсь, хотя... Блин, черт подери, никого нет. Стоп. Вот наша девочка. Школа восстановления, полноценная школа магии. Что бы там тебе ни говорили. Мне, кстати, еще ритуальную магию восстановления нужно будет пройти, так что напомните, как у меня будет восстановление 90. Спасибо. Так, стойте, 5 сек. А, да. Ну что ж, нам нужно теперь, я хочу у тебя что-то на продажу. Погляди. Какие книги я не купил? Большой оберег у меня, наверное, нет, хотя я им никогда не пользуюсь, но... А может и пользуюсь. Высшее лечение, вот чего у меня нет. Да. Излечение от ран, исцеляющие руки, круг защиты. Круг защиты меня интересовал. Это то, что по секрету. У меня же стандартное прохождение. Его до сих пор не забрал. Лечение ближних, малый берег, отпугивание младшей нежити, отпугивание старшей нежити. По-моему, мне этой магии нету, но она дорогая, я ее возьму. И отталкивание нежити. Господи, я как-то этими вещами никогда не пользовался. Окей. Ладно. И теперь, друзья, что мы делаем? Так, не сюда. В книге. Давайте посмотрим, что мы можем изучить, какие книги мы сможем. Ярость есть. Отталкивание нежити. Да. Отпугивание старшей нежити. Да. Огненный трейл. Круг защиты. Да. Исцеляющие руки. А, исцеляющие нет. Это есть у меня высшее лечение. О, да. Надо было, кстати, лишнее попродавать-то, да? Да, надо было. Ну, ладно, если что, мы дремори. И что же мы делаем, друзья? Заходим в магию. Заходим в восстановление. Давайте, наверное, высшее лечение поставлю. Вот. И я быстрое лечение уберу. Хотя, наверное, столько маны забирает. И круг защиты. Давайте кастанем и посмотрим в круга защиты. Так, настройки, игра, яркость. Ну, в принципе, нормально. Все хорошо. Кастуем. Мана у нас не восстанавливается почему-то. А почему? Это то, что мне говорили, что иногда мана не восстанавливается. Хотя знак у меня от Ранаха, по-моему. Теперь, в принципе, я понял, что мне объяснял, что иногда это не работает. И непонятно, с чем это связано. Мана не восстанавливается. Довольно интересно. Может, это еще связано с локациями? Где-то работает, где-то нет. О, да. Давайте посмотрим, что у нас в магии. Крики. У меня две души дракона, так что сейчас время тратить на него мне просто не хочется. Так что я сейчас... Вызов Дюльневира. О, я его, наверное... Нет. Сейчас потом ждать долго. Не. Давайте просто сейчас подчинение воле. Попаду, не попаду. Попал. Лошадка. Ой-ой-ой, он попал по лошадке. Чем я могу служить тебе? Честно говоря, ничем.
И куда мне нужно? Мне нужно, друзья, отправиться в одну локацию, по-моему, вот сюда. Мы здесь, кстати, были, потому что я совершал там путешествие. Или нет? Или не там? Просто мне с одним драконом связаны два квеста. Я когда-то выполнял, но сейчас хочу довыполнять. Еще кое-что сделаю. Давайте, наконец-то, я сейчас... Вызов Дюрневира. Ну-ка, нужно в землю... А, подожди, надо площадку. И, наверное, я встану с лошади. Давай, вставай. Вставай, вставай, вставай. Дюр! Невир! Невир. О, черт. О, черт, 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 черт. Давайте подождем. Нифига себе. Это сколько, 2 часа надо ждать? Дюр! Невир! Позволь мне выполнить свое. Прими последнее слово разрыва души. Зол. Последнее слово разрыва души, друзья. Последнее. Зомби, разрыв души. Так, лошадку, наверное, оставлю, потому что ее может дракон убить. И заходим в наши крики. Так, разрыв души. Интересно, разрыв души работает на дракона? Так, вот он, разрыв души. Изучаем, друзья! Да! И я, наверное, его поиспользую. Подчиняет волю. Ладненько, 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 ладненько. Так, давайте-ка еще раз попробуем. Вот, смотрите. Странно, это то, что он мне и говорил. Иногда магия не восстанавливается в этом круге. Стойте, подожди, я все сделал. У меня знак от Ранаха. То все взято. А почему не восстанавливается? О, блин. Странно, странно. Странно, но факт, но иногда не восстанавливается. Главное, когда я в секретах бегал, у меня постоянно все восстанавливалось. О-о-о-о-о-о-о-о! О, да! Ну, ты давай! Давай попробуем. О, ах, ну да. Ну да, ну да. Какой попробуем? У меня ж... Ага, воздействует Стража Рассвета. Она сильная девочка. Ну что ж, я, наверное, буду использовать зелье. Белый флакон, давайте сохранимся. Ага. На. Больно? Держи. На. На. Ой-ой-ой, сработал, сработал паралич. Давайте сейчас заодно достанем защиту. Ой-ой-ой, не трогай мою лошадку. Параличик. Готово, девочка, готово. Так. 2 лучника. Отдохни, дорогой. 2 секунды это мало, но тем не менее, пока он встает, это проседает быстро. Еще дракон. Воу. Еще голову так. Рубака, рубака, рубака. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не понял. А что это те ребята появились? Это этот вызвал? А, туманный человек. Слушай, а что ты меня дамажишь, дорогой? Что происходит? Там еще на кого-то сагрились. Короче, ребят, разбирайтесь там сами. Я не хочу. Я хочу сейчас сразиться с драконом, который там будет летать. И вон он, по-моему, там и летает. Господи, надеюсь, их там не 2 будет. Потому что не хотелось бы. Не хотелось бы сейчас сразу с 2 драться. Сейчас мой дракон. Его... Его дракон, хотел сказать. Какого его? Блин, выносливости не хватает. Ну, ясное дело. Главное, что мана есть. И вот наш дракончик. Приветик, дорогой. Нормально, холод, холод терпим.
Давайте, наверное, я поиспользую крики. Ах, стойте, это ж мне сейчас, наверное, не получится его использовать. Драконобой. Драконобой, но до сих пор тот перезагружается крик. Давай, дорогой, давай, спускайся. Я тебя жду здесь, ага. А мы пока его с лука постреляем. Давай, с нашего зефирчика. Господи, я вам проседаю. Я когда защиту не ставлю, все-таки нормальненько так. И у меня было высшее лечение. Ну, давайте попробуем его. Попробуем, говорю. Без маны, дорогой, у тебя ничего не выйдет. Как бы ты ни старался. Как бы ты... Кстати, вот, сопротивление холоду давайте юзнем. Жизни и выносливости, и маночку. Наконец-то я их использую. Господи, зачем я их сейчас... Так, не пали меня. Давай, приземляйся. У меня крик еще не восстановился. О, да! На! Нормально! Отлично все идет. Получай! На! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, расслабили. Вау! Восстановление работает просто офигенски. Так, стойте. По мере важности, я сейчас зайду в оружие и уберу эти дурацкие стрелы, которые вечно меня... У меня пунктик, я не хочу бегать, чтобы мне... Когда я бегаю за воиной, вот эти стрелы сзади... Отстань! Давай приземляйся. Давай, иди сюда. Сейчас мой крик восстановится. Давай подеремся. Давай, мой маленький. На! Вот так вот. Вот это вот эпичная драка. Одноручное оружие качается. Щит защищает. Атронах защищает. Но тут еще надо лук доставать. Ну, черт с ним, пускай стрелы будут. Давай! Хотя нет. Возвращаемся обратно. Оу! Отстань! Отстань, отстань, отстань. На! О, господи, какой он большой. Что-то я долго с ним справляюсь. Там еще какой-то красный враг. Только не говорите, что он сейчас рванул куда-то. Да, нормальное явление, друзья. Нормально. Ладно, пускай он там... кем-то разбирается. Я сейчас подойду, заберу книгу, потому что мне тут было задание не лота. А еще тут крик, господи, я забыл уже. Элементарная ярость. О, да, она мне пригодится потом. Найти источник силы. Так, и ветер и песок. Еще одно задание мне сейчас нужно будет отправиться. Но сначала я заберу драгоценный магический свет. И вот эти вот вещички продадим. Он просто свалил. Он просто свалил. И, честно говоря, вот сейчас его ждать. Я, конечно, все понимаю. А кто это крит... Вы слышите, кто это? Представьте, что это я. Ну, видимо, забагался. Забагался, залагался или что-то в этом роде. Он улетел, там на кого-то сагрился. Ну, это обычное дело. Он такой думает, блин, ну его нафиг. Нафиг, 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 не хочу. Не хочу я с ним сражаться. И это даже к лучшему, друзья. Это даже к лучшему. Я просто сейчас выполняю дополнительное задание. И не так уж и быстро уже. А, прилетел. Прилетел, друзья. Где он? Вот он появился. Короче, он там с кем-то. Только не говорите, что он сражается. О. Он, по-моему, сражается с моей... лошадью. Что это? Окровавленные тряпки. Эбонитовый клинок. Заберу. Заберу. Ну, видимо, тут были бандиты. Ой, сундучок. Сейчас проверим. Так, вот где он? Ну да, я так и знал. Он там сражается. Там лошадь сражается моя. И он там, ну, короче, надо спасать Тенегрива. Потому что он-то сильный, но жизни у него тоже. Так, мастер. Мастер, мастер. Что же спрятали? В мастер. Но я думаю, тут по-любому будет пара безупречных бриллиантов, один изумрудик и парочка сапфиров.
Вот черт, вот почему. Вот почему уже хочется взломать этот сундучок. Но не так все просто, друзья, не так. Давай, выломайся. Блин, почему нет тут автопопытки? Как в Обливион. Кстати, насчет Обливион, друзья, я так сейвы не взял, потому что у меня был выходной, я такой пришел к этому компьютерщику. Говорю, нужно достать файл один с диска. Он что-то хавает. Блин, я не взял компьютер, который па-па-па, могу только через 2 дня, па-па. Я ему думаю, ну я ж работаю, у него просто рабочий день с 10 до 4, а у меня рабочий день с 8 до 5. Ну, соответственно, я не попадаю. И теперь только в среду, друзья, я пойду восстанавливать сейвы Обливиона, потому что хочу поиграть в Обливион. О, черт. Господи, да я со времен Обливиона не ломал столько отмычек. Ну, когда еще играл в Обливион. Хотя можно подумать по-разному. Черт. Ну, давай. Что за... Короче, нужно начинать играть за вора, друзья. Потому что я уже разучился. Да что это такое? Ну, давай. Сегодняшняя серия будет называться «Как я долго взламывал замок мастера». Что, серьезно? Мне нужен факел, потому что я не могу открыть. Ну, те, кто в курсе, поняли, зачем мне нужен факел. Вот, не попал. Господи, я буду радоваться, как ребенок. Я и так ребенок. Когда взломаю этот дурацкий замок, что происходит? Не специально сделали его таким? Нет! Наконец-то, господи. Так, безупречный аметист, безупречный рубин. А где мои бриллиантики? Рубин. Ладно. Пойдемте помогать. Ага, разогнался. О, кому-то не повезло. Но зато у него есть костяная мука. Так, лошадка. Так, я пойду сейчас лошадке своей помогать. О, главное не разбиться. Ну, по-моему, я взял перк, который позволяет мне падать с большой высоты. И мне кажется, это такой бесполезный перк. Потому что можно все что угодно кастануть. И упасть там. Форма какая-то. Господи, я пришел. Тенегрив просто уже справился с этой работой. Древний дракон. Слушай, ты меня достал. Давайте, наверное, будем кричать на него драконобой. Иди сюда. Мне сейчас быстренько перезагрузится и попробуем крикнуть на него «Разрыв души». Как многие говорят, один из самых мощных криков. Так, сохранимся, друзья, потому что переигрывать не хочу. Не хочу. Поехали. Воу. Так, я на него крикнул, но он меня кусанул. Кусанул, друзья. Вот гад. Крики. Разрыв души. А сколько оно будет длиться? 90 секунд. Сейчас эффект, наверное, закончится, пока... Он полетает, да? Не-не-не, нормально. Воу! Щит, где мой щит? На. Лошадка, помогай! На! Получай! Блокирование 90, друзья! 90, стойте! А 90 блокирование что-то прокачивается или нет? Или нет, или да? Давайте посмотрим. Блокирование 90. Я, по-моему, смогу прокачать силовой удар и смертельный удар плашмя. Какого черта? Давайте. В 5 раз больше урона, если что, будем наносить дополнительный урон. И обезоруживание. Отлично, я возьму. Я хочу. Но для того, чтобы хотеть, нужно нам еще сила и побольше силы. Побольше и жизни возьму. Поехали. Давай, дорогой. Приземляйся.
Я вот уже снял. Вот, вот эпичные драки, друзья. Наконец-то мы вернулись. Так, 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 так. Отстань. Воу, 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 воу. Сейчас, наверное, будет полезно мне не использовать зелье, а отхилиться. Точнее, от зелья, да. Да что такое? Я их не просто так собирал. И мана нужна. Больше силы. Больше бодрости. О, да. Но! Гад, улетел. Улетел. Давайте еще абонитовую плоть. Поехали. Но! Вот черт, так быстро заканчивается. Ну, конечно, я же ее не качал. Но! О, господи, у меня наконец-то восстановился. Не знаю, мне кажется, более правильно будет юзать драконобой. И то я промазал, но он перезаряжается быстро. Вот почему он классный и удобный. Я защищен! Ну, проседаю. Но проседаю. Ну? Давай, дорогой, приземляйся. Так, знаете что? В зельях, по-моему, у меня был еще какой-то яд. Может быть, я что-то делал или не делал. Двуручное оружие. А двуручное оружие наносит на 136% больше урона. Классно, двуручное оружие. Сопротивление ядом действует. Люди уронируют всех подряд. Наносят противника 102. 102 нормально. Нормально еще 100 урона ядом. Давай. Пофиг, что там другие эффекты. Так, приземлился, дорогой. Приземляйся. Вот так. О, классно. Держи удар. Но! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Отстань. Так, нормально. Нормально. Ну, черт, ребят. Вот она. Вот она, легендарная сложность. Только не улетай далеко. Так, приземляйся, а мы посмотрим, что мы сможем еще кастануть. Разрушение. Заклинание разрушения сильнее на 64%. Господи, наверное, я сейчас буду и разрушение. Одноручное. Вау, на 135%. Вот что мне надо. Давайте дождемся, пока он сейчас приземлится, и я устрою ему взбучку. Приземляйся. Вот-вот-вот-вот-вот. Да! О, да. Поехали. Есть. Только сейчас он меня, наверное, съест, да? Съест? Или не съест, как вы думаете? У меня такое ощущение, что он меня сейчас проглотит. Так, нормально. Мана. О, да. Вот гад! Давай приземляйся. Давай приземляйся, пока действует зелье. Куда он погнал? Не, ну классно. Он приземлился где-то там. Где-то там, пока я добегу, это действие закончится, да? Но! Есть! Он, по-моему, никуда не денется с подводной лодки. Теперь бьем его. И добиваем, друзья. Господи, он, по-моему, пару раз меня кусает, и я прокачиваю. Реально прокачиваю блок. Вот черт, закончилось так. По-моему, я уже израсходовал все свои баночки, да? Как израсходовать быстро все, что насобирал? Я думаю, не буду больше зелья использовать. Давайте подождем. Пускай качнет еще. Давай, давай, давай. Господи, его лошадь сейчас добьет.
Да. О, да. Вау. Эбонит выбоевый молот. Окаменение. Дает шанс парализовать противника на 6 секунд, друзья. На 6. Ну что ж, теперь я весело отправляюсь к своему Нелоту. Да. Привет, Моровинд. О, да, ребят. О, да. Легендарный Скайрим обретает прелесть. Вот почему. Вот почему разработчики именно, когда мы сбрасываем уровень, мы начинаем все заново. Так, давайте, наверное, пешком я не буду бежать. Я сделаю быстрое перемещение. И это невероятно круто. Невероятно. Понимаете, просыпается интерес к игре. В любом случае мы получаем плюс. Плюс заключается в том, что каждый уровень нам добавляет новую способность. Новую способность, и мы растем, нам больше магии, или больше жизней, или еще что-то. Наверх. Да. И кто не знает, уникальный призрачный клинок, который можно призвать, продает именно этот парень. Вот это вот, запоминайте. Теперь, когда моя башня слена, я смогу закончить кое-какие тонкие эксперименты. Книга была именно там, где ты сказал. Возможно, этот источник был надежнее, чем я полагал. Жаль. В любом случае, это потрясающе. Думаю, я смогу осуществить преобразование вихревой энергии. Да! Да-да, я все напишу. А ты можешь забрать копию у Талваса через несколько дней. Кроме того, вот, возьми за помощь. А, 250 золота, и ветер, и песок удалено. Как справляется Дровос? Чай из собачьего корня он готовит отвратительно. Отвратительно. Но хозяйство, похоже, держит в порядке. А, ты на комплимент напрашиваешься, на благодарность. Не трать время зря. Такие вещи удел слабых и глупых. Да. Да. Так, что тебе есть на продажу? Что значит быть членом вашего дома? Сейчас немногое, но через несколько десятилетий, когда я вернусь на Варденфелл, в Моровинде тебя будут причислять к аристократии. А пока что мы здесь будем держать для тебя кровать и сундук. Угу. Кровать и сундук. Отлично. Зачарование. Можешь обучить меня зачарованию? Не смеши меня. Конечно, могу. Вопрос в том, надо ли. Но думаю, если мы собираемся делать все как следует, придется. Да, 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 да. Качаемся, как старые добрые времена, друзья. Нового уровня не будет? Нет, нового уровня, к сожалению, не будет пока, но чуть-чуть не дотянули. Что ты можешь сказать о Моровинде? Это родина Даннеров. Низшие расы называют нас темными эльфами. Мы построили прекрасные города, вроде Вивека и Альдруна. Большинство из них погибло во время извержения Красной горы или во время Арганианского вторжения. Да, друзья, скоро Моровинд продолжение. Я его возобновил, друзья, скоро. Еще? Лишь невежды думают, что там нет ничего, кроме пепла и лавы. Есть и зеленые равнины, и болота, и изумрудные холмы. Над островом возвышается Красная гора. То и дело здесь падают пепел и обломки от извержения. Когда город Вивек был разрушен, нам понадобились десятилетия, чтобы прийти в себя. И сегодня мы все еще лишь тень нашего славного прошлого. Но в один прекрасный день мы воскреснем в блеске былой славы. Да, друзья. Поставим да. На этом точку. Скоро обновленный Моровинд мы увидим в Тессо. Да, этим летом, друзья, этим летом. Господи, многие будут играть в него.
Это будет обалденно. Ладненько, друзья. Ладненько, продолжаем выполнять разные квесты. Вспомогательные квесты у меня их много, так что посмотрим. Посмотрим, что там будет. Всем огромное спасибо, что досмотрели. Так, заново. Всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Настроение у меня сегодня классное, и я классно побегал, и я ни кулички не жалею, потому что какой-то интерес прям просыпается. А то раньше, знаете, подбегаю, с двух ударов убиваю дракона, и... И что это? А вот сейчас... Сейчас это была настоящая драка, ты используешь зелье, ты используешь способности, белый флакон, все вот эти вот знания, которые у тебя прилипли. Ладненько, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, порекомендуйте это видео, друзья. Ссылки в соцсети чуть ниже, этим вы мне поможете. Все, всем счастья, здоровья и только расти вверх. Пока, друзья, пока.